Сегодня 8 октября 2023 год. Вот мы выезжаем с Потеряевки. Собрались все нам, братья, помоги загрузиться. Вот солнце, восход солнца. Красивый. Подстёпный, он сейчас есть, останавливается, добились. Дальше. Вот здесь, за этими первыми деревьями, тут кладбище Потеряевское. Ну, тут все красота. А это вот деревья, так вот покажи все, это остатки деревьев. А тут одна улица была. Там налево один дом. При этом деревья там, домов 6. Вот так. Ну все? Все. Давай-ка я тебя сниму. Кто такой у нас тут? Кто тут про нас рассказывает? Снимаю. Вот. Эта машина у нас далеко прошла. Мы на ней проехали миссионерское путешествие до Владивостока, порт Находка. И по Европе все государства. И дошли до Португалии. Там Тихий океан собака покупалась, а там Атлантический. Ну и намерение было пройти в Скандинавию. Так захватили Прибалтику всю, прошли. Север и Турция. 120 тысяч километров примерно за 4 года мы, только в летний период. 650 библиотек получили от нас подарок. Мои 38 томов книг, как я как автор. Это нам обошлось, повторяю, всегда 35 миллионов рублей. А денег поехали не было. Бог дает. Узнают и со всех сторон. Где. Это что, все никуда? А сколько людей-то обратилось? По сей день еще пишут. Новые люди приходят. А это уже труд Духа Святого. И кто это отрицает, это богохульники. И поэтому им никогда не видать Царства Небесного, похулившие Духа Святого. Все, с Богом.